Оформить аварию без участия сотрудников ГАИ станет еще проще. Если раньше Европротокол заполняли на ДТП с ущербом не более 100 тысяч рублей, то с 1 октября сумма ущерба возросла до 400 тысяч, то есть сравнялась с максимально возможной выплатой по полису ОСАГО. Напомним, что ранее этот эксперимент провели в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Теперь новшество заработает по всей стране. При оформлении ДТП без участия сотрудников полиции достаточно лишь заполнить специальный бланк, затем предъявить свою страховую компанию заполненное извещение. Существует несколько условий для оформления ДТП без участия сотрудников полиции. Это могут быть только небольшие столкновения, в которых пострадало два транспортных средства. В ДТП повреждены только транспортные средства, нет вреда жизни или здоровью людей. Ответственность участников ДТП застрахована по правилам ОСАГО. Зафиксировать аварию нужно при помощи специального мобильного приложения. Также это можно сделать благодаря устройству ГЛОНАСС. Оно фиксирует аварию и передает данные об ускорениях и силе удара оператору, который перенаправляет их страховщику. Также важным условием оформления Европротокола является отсутствие разногласий у сторон. Это, конечно, очень времени, экономия времени большая. Вот, не нужно ехать там куда-то в ГАИ оформить, все можно сделать на месте. Думаю, будет полезно. Стоит отметить, что Европротокол помогает водителям тратить меньше времени, а также позволяет избежать существенных заторов на дороге. Бланки Европротокола можно получить в любом отделении страховой компании или распечатать из интернета. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».